have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Итак, если прошлая серия была немножечко громковата, ну, в смысле, игра была громкая, меня было чуть хуже слышно, у нас тут происходит легкая притирочка с этой игрой, и до этого тесты показывали нормально, а потом вышло, что так себе. Ну, я сейчас немного подрегулировал, надеюсь, что в этой серии все пойдет гораздо более гладко и спокойно. Итак, насчет голода. Hello? Ой, блин. Is someone there? Да-да-да, someone there. Именно так и есть. Тут вдруг стало открыто. В прошлый раз было закрыто, но теперь кто-то ворвался. Ну, или просто зашел. Поздравляю тебя, все, до свидания. Почему shift, чтобы слезть? Кто это придумал? Ладно. Пойдем. Сейчас последние ступеньки обвалят. А, они и так уже обвалены. Ну, тогда все нормально. Слез. Спасибо. Что-то на японском. Что-то на японском. Вот я не знаю, но кто-то здесь явно сидел и ждал. Вот это все перечеркнутые дни. Сколько дней тут провел. Опять кто-то аккуратненько разложил черепа. Есть такое. Давай подождем все к черту. Мне нравится, как... О, мяско. Мне нравится, как создатели этой игры придумали абсолютно бездымный огонь. This traditional no mask represents a hateful woman in the guise of a demon. Окей, маску нашли. Написано no one leaves, никто не уйдет. Так, тут можно лутаться. Need something to pry this open. Нужно что-то, чтобы это открыть, собственно. Need something to pry this open. Да, 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 я понял. То есть, ребятки, вы поленились записать разные фразы, да? У вас одна фраза будет на все. Ну вот, собственно, наш непонятно что. Непонятно, почему этим пытались резать мясо. Это просто лезвие в деревяшке. Кирка? Не, ребят, это не кирка, это лезвие в деревяшке. Я чувствую, я эту систему буду недолюбливать. Каждый раз нужно вот это вот... Дергание мышки. Ну, не мышки, кнопки. Двери за собой, естественно, она не закрывает. Кому ж надо? Ну, то есть, тут же явно только добрые люди, да? Они же не будут преследовать. Кому такое в голову придет? Ага. И, ага, все, я понял. Опять же, повторюсь, рану она ничем не обработала. Ни капельки, ни секундочки. Почему она жива? Да фиг его знает. И так сойдет. Беар Гриллс там, короче, это сейчас... Сэм? We're on our way.
дым. А, то все-таки здесь существует дым от огня. Это я крадусь, если что. Я не хотел подбегать сюда. У тебя лук видно, если что. Ты понимаешь, что он у тебя торчит на километр над тобой? Тебя уже запалили 10 раз. Лора, ты made it. Сэм, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. Matthias. A teacher by trade. Ну, руку дай ему, ну чё ты как это... Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the sunbreed. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to miss. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds into battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. Ты только что спала. Что с тобой, блин? Ты прошлась, блин, не знаю, 50 метров и уснула, серьезно? Она ж только что возле своего костра спала, отдыхала. Чего и следовало ожидать. Ты понимаешь, у тебя там перелом в двух местах сейчас? Пытайся выбраться. Тут даже минимального натяжения хватит. Ну, то есть на самом деле нет, но игра говорит, тебе хватит минимального натяжения. Еще? Все? Успокоились? Let go. Ты чё, тупая, что ли, стрелять в это? Это же металл, там пуля отскочила бы. Ой, ё-моё. I'm so glad you're here. У тебя нога сломана в двух местах. She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls should not go wandering off. We need to find them. Wait. What about Raw? Okay, let's split up. Самая лучшая идея, да? And meet up with Raw. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. You're gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. Ладно, я пытаюсь держать себя в руках. Мы договорились смотреть на эту игру как на трэш. Я смотрю на нее как на трэш. Я спокоен. You sit here.
Хорошо. I'll check up ahead. Okay. На какую разведку? Куда ты пошел? Not so bad. Отдыхаем в лагере. Говорить ничего не будешь? Навыков у меня никаких нет, все хорошо. А, мы уже бегать можем? Нужен огонь, чтобы поджечь этот предмет. Ну вот огонь, блин, возьми любую палку. Ты издеваешься, да? О, книжечка. Читайте, ребят. Знаете что? Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию, разыскивая родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поисками. Я всегда считала, что это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад остров Яматай правил императрица Пимика, само солнце восходило лишь по приказу Пимика, да-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 да. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа, и со временем все настало все. Все, до свидания. Я не буду слушать, она читает на английском, вам, ребятки, наверное, будет немножко попроще, если я буду нажимать на паузу и сам это зачитывать. Откуда у меня факел? А фиг его знает, просто вытащила из задницы, ладно. Зачем мы это поджигаем? То есть ты не могла поколупаться в ящике, пока он висел? Сохраняемся мы на кострах. Хорошо. Подожди. Факел у нас бесконечный, я так понимаю. Пойдем. У нас уже есть даже цель, куда идти. Стрелы кто-то заботливо для нас приготовил. Нажмите, чтобы открыть. Ну так она не открывает. Нужен инструмент понадежнее, собирайте запчасти. Понятно. Молодец. Так, олени, шмалени. Запчасти. Тут, видимо, какой-то крафт. Так, кстати, лука у нас максимум. Куда? Я же не буду на них стрелы тратить, или буду, или что? Они не подойдут там, где костер. Я просто от них убежал. These are fascinating. I've seen these before. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Что в ней не так? Looks like it was made quite recently. By those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. Серьезно? Together. То есть ты считаешь, что эта палка выдержит? Oh, shit! It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Запчасть. Соберите запчасть, чтобы модифицировать кирку. Окей, ну. А, теперь я могу зажечь этот костер. Хорошо. А если мне не надо навыки? А, тут есть еще и такие навыки. Окей. Минечку.
30 из 50, понятно, просто еще недостаточно деталей. Вот детали. 40. Еще один ящичек. Да успокойся ты! Я видел там этот ящик уже. Сейчас. А, и заодно тем модифицированным ящиком я смогу... Так, я могу тушу разделать. Супер. Вот ящик. Все, нафиг. Тут волки бесконечные, я так понимаю, да? Все, все, все. Да иди нафиг, все. Кыш отсюда, шапки. Запчасть. С помощью запчастей можно модифицировать оружие и снаряжение, бла-бла-бла. Я вас понял. Хорошо. Приобрести. Ну, где я должен это нажать? Спасибо, блин. Совсем не очевидно было сейчас, что это здесь. Тут одно такое изображение, тут такое. Короче, пофиг. Кирку я укрепил. Все, окей. Теперь я могу открыть вот эту штуку, я так понимаю, да? Пятьдесят деталей я моментально получил сразу же. Там у нас был еще один ящик. Я что-то не знаю, идти мне туда к нему, не идти. Да ну нафиг, там волки. Я не знаю. Shall we give it a go then? Let's do this, doctor. Are you ready? Да я кликаю. А просто пройти нельзя было, не дожидаясь, пока ну вот-вот закроется, ладно. Himiko, are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Well, there's no doubt. Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything. Even what may seem to us irrational. Знаете, к сожалению, пока что слишком часто проскакивают всякие феминистические нотки. Вот как сейчас это замечание про ведьму и всякое такое. Ну блин, ребят. Нам тут что делать? Нам тут показывают сильные женские персонажи и слабые мужские. С нами идет нюня. The bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine! Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. I can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this! No! No! Ah! No! Please! Get off! Just go along with them, Laura. Do whatever they say. Зачем ты взял этот лук? Разломал и все. Ну вот смотрите, богиня, женщина, мы играем за женщину, злодей мужчина, слабак мужчина. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру.
Почему ты ее не застрелил? Этого застрелили, их сейчас будут стрелять, ее не застрелили. Эл, логика. Так, ну этот сдох, понятно. Прячьтесь. There she is! Damn it! Почему он ее, если ее можно убивать, если все нормально, почему он ее сразу не застрелил? Что вы от меня хотите? Туда не идти? Ты присесть не хочешь там, например? Чертов кривой стелс. Я знаю эти приемы, они пытаются отвлечь звуками, чтобы я повернулся и всякое такое. Я этого не делаю, я просто иду вперед. А что, мне там пробежать надо было или что? Сдохни уже. Я не пойму, если бы я побежал, меня бы услышали. Бежать явно нельзя. То есть, похоже, они глухие, да? Не только слепые, но и глухие. То есть она там бегает, кувыркается. Но все нормально. Мне явно туда. Давайте сохраните. Любишь играть в прятки, мальчика? Не видишь ее, да? No one escapes. Ну вот. Вылезай! Не трать моего времени! Ох уж этот русский язык! Что? Убил? Убил. А. Чё ты её сразу не застрелил? Зачем вылезай, не трать мое время? Вот. Вылезай! Но трать моего времени! Зачем эти клише дурацкие? Да я ж... Это бесит, я нажал на F. Там F, да, я так понимаю? Эта игра просто... Вылезай! Убивает меня КТ-шками. Кутешка всегда F. Она тоже была праведной стервой. Как ты сейчас развязалась? Оп, не всегда F. Еще и есть. Еще... Опять отсюда. Спасибо. Спасибо, спасибо, игра. Игра, ты тратишь мое время, как не иронично, да?
Она тоже была праведной стервой. Как ты развязалась сейчас? Да стреляй ты уже! У тебя пистолет пустой. Чё ты стоишь? Вали отсюда! У тебя, блин, ты Дрейтона убила, что ли? Дрейтон на минималках. Никто этого не слышал. На половину джунглей раздался выстрел. Два выстрела. Но никто этого не слышал. Никто сюда не пришел. Вот этот вот кадр, я не знаю. Мне должно быть ее жалко. Нет, мне не жалко, потому что ну, это абсолютно нереальность происходящего. Это, как я говорил, полнейший трэш. Такого фига. Короче, к тому, что я говорил. Персонаж Нюня, мужчина, его убивают. Злодей просто потому, что он русский злодей. Его убивают. И он мужчина. Короче, я же говорю, вот эти вот маленькие феминистические нотки, они вроде как незаметны, вроде как это, но если их будет больше, то будет плохо. Пофиг, нам просто выбраться надо, да? У нас появился пистолет. Патронов там, кстати, не было, я не знаю, откуда мы взяли патроны. А там таки нету патронов. И лука у нас тоже нету. Патроны, да? Got another one. She went down over there. Is she dead? I don't know. Откуда? Нам так повезло, что это одинаковые модели пистолетов и что обойма подошла. Зарядочка, не? Ну, нажмите И, чтобы обыскать труп. Я... А, этот труп я уже не обыщу, понятно. Патроны. 67 деталей. Ну, окей. Эта игра начинает превращаться в Дрейтона. Если вы меня спросите. F. А, то есть тут вдруг дым есть. До этого весь все пожары были абсолютно бездымовыми. Здесь вдруг дым есть. Так, подобрали. Выстрел в голову, да? Хорошо. Обыскать трупецки. Спасибо. Патроны максимально. Все, я вас понял. Так лук, так пистолет. На пистолете 50 патронов, кстати. Ползем. So what came in? Another tanker? Nah. Looked like some kind of research ship. What the fuck is going on here? Короче. Help me out! What's going on down there? Everything okay? Все? Поговорили?
там патрончики вроде лежали. А, не, я туда уже не вернусь, все, я понял. Ну ладно, не вернусь, так не вернусь. Лезь! Лара, are you there? Yes! I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh god, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men. I don't know why. Ты сама только что убила десяток. I had no choice. That can't have been easy. It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. I'll try. Так. Что насчет вот этого прыжка? Это то, что мне надо или нет? Так, у нас максимум. Детали. Давайте пройдем наверх, потому что я вижу пока два пути. Можно туда, можно сюда. Вон, видите? Там можно свеститься. А зачем? Не знаю. Костерочек, кстати, да, давайте свернемся. But there's no waking up from this place, which means I'm really here. Быстрый переход, серьезно? Тут да, они даже это не постеснялись спереть. Они, короче, взяли, просто сделали быстрый переход между этими. Все такое бумажненькое. А, сюда можно забраться. А зачем? Да спрыгни ты. Да-да-да. Именно он. Но зачем? Просто чтобы я смог выбраться отсюда, если что. А нет, тут есть секретик. Так. Горный храм. Огонь, а где он тут возьму огонь-то? Э, ну вы что, издеваетесь? Тут же водопад везде, тут огонь потухнет, вы что? Допустим. Вот огонь. Да прыгни ты, корова. Да, тут огонь тухнет. А что мне сделать, чтобы он не потух? Не знаю, короче, секретик я нашел. Выйди отсюда, пожалуйста. Как сделать так, чтобы огонь здесь не потух, я не знаю, потому что мы пролазим через водопад и... короче, пофиг. Давайте еще раз сливанемся. У нас открылись быстрые переходы и открылось снаряжение. Там что, человек, что ли, ходит? Just got word from the West Beach. Looks like a smaller group escaped into the lower forest. Maybe we get a hunting party down there. No, Father Matthias went himself. Told us to stay out. What? Need some help! Hey! Hey, we got a survivor here! Why are you doing this? We got some fight, outsider. We got you surrounded. Give up now. Come on, she's just a girl. You'll pay for that. Типа я мог бы избежать, чтобы меня обнаружили, а нафига мне это? У них лут есть, я бы все равно убил бы всех. Не знаю.
типа да, избегайте обнаружения, бла-бла-бла. Зачем? Да, для человека, перенесшего то, что перенесла она двигается довольно бодро, живенько и легенько. Я не знаю, просто иду туда, куда глаза глядят. Может, это неправильно, кстати. She's in here somewhere. Find her. Capture or kill? Kill her! She's too much trouble. Нужен огонь. You two, check that side. Got it. Где я вам возьму огонь-то? Вы что, дебил? Понятно. Стелсить опять будем, да? Не, ну первый я сниму по стелсу. Вы хотите, чтобы я прям так? Да успокойся! Кто-то был настолько глуп, что сгорел. Кто по мне стреляет, я не вижу. Я понял. Все, я хотел лутануться просто. Так. Не-не-не-не-не. Нас, когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя, ветра, мы ничего иного много дней не видели там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то, что там шалаш построить или еду добыть, нас как будто силы какой-то в землю впечатало. Зато нас нет, ну ладно. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там имена, там откуда мы, что. Главное, в нашем языке разговаривал. Ну, рассказал нам о всем этом острове. В конце выбор предложил. Говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-то отказался там. Он вообще долго не думал, взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще, он решительный, спокойный такой. Я никогда не видел, чтобы он понты дешевые кидал. Ну, так вот, когда я стоял на песке, он такой в крови весь пропитался. В общем, я когда решил, пойду за ним до конца. Разговор реального братана такого. А нам вверх или вниз? Позвольте спросить-то. У нас вообще цели сейчас никакой нету, да, я так понимаю? Зачем я сюда иду? Тут лут? Да, тут лут. Опа, да. Поджигай. Ну, нормально прыгает с факелами, ничего не мешает, ничего не отвлекает. Бочки у нас вообще бумажные, видимо. Прикольно, сгорает только веревка. Лук не сгорает. Нетленная работа. Так, ну сюда потом можно забраться, типа.
Рисково. Ради ящичка. Окей, я вас понял. Вообще лазим мы тут довольно спокойно, свободно. Ничего нас особо-то и не тревожит. Сигаем, как не знамо кто. А тут что? А зачем? А почему? А, минуточку, сюда можно спуститься. Зачем? Я ж сюда в прошлый раз залазил, да? Да. Вообще, блин, сигает. Почему мы сразу сюда не пошли? Почему мы полезли через эту горящую хибару? Минуточку, там был выбор или нет? Или это все так глупо сделано? Ладно, не буду спрашивать. Да, конечно, ты справишься. Давай. Серьезно? Ты собралась вот это вот залезть? Раненые люди обычно так и поступают. Кстати, почему-то изначально игрушка у меня выставилась на средних показателях графики, хотя я потом быстренько ее через GeForce оптимизировал, и она мне моментально начала выдавать ультравысокие. Но, короче, изначально такая: чувак, недостоин твой компьютер. Ногу-то покусали. Sorry, they did a real number on your leg. No, looks worse than it is. Нет, в этой игре все нормально. Тут все могут ходить. Она вот с переломанной ногой ходит, бегает, прыгает, все же нормально. А тебе просто покусали ногу. Wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. You need bandages, morphine, antiseptic. Also in the pack. А тебе ни антисептик, ни морфий, ни бинты не нужны. Ты же женщина, да? То есть женщинам такие мелочи не нужны. Дайте я у костра сойванусь. Опять. Слабый, беспомощный мужчина. И все должна вытаскивать девушка. Ну, как бы... Очередной... Непрозрачный намек. Ладно. Просто нет, знаете, ребят, игра сама себе противоречит. Она сама после капкана, после этого штыря, но ей ничего не надо. Чувака укусили волки, у него сразу и заражение, и инфекция, значит, все это здесь существует. Волки, кстати, бесконечные у нас на этом острове, я так понимаю. Их тут несколько миллиардов обитает. Понятно. Вернись, там костер, я сохраниться хочу. Не знаю. Дайте мне управление. Дайте мне управление, все. Снаряжение. Могу что-то качнуть? Модифицировать лук. 0 из 2 модификаций готовы. Я могу модифицировать пистолет. Есть ли детали у Вилмак, да? Что это? Старый пистолет?
А, затвор. Отдача уменьшается, и вместе с этим повышается точность урон. И, кстати, в связке идут ударник. Чувствительный спусковой крючок повышает скорострельность. Да, ну скорострельность мне как раз тут и не нужна. Если я хочу моднуть лук, что тут надо? 250 усиление, усиленные плечи. Лук с усиленными плечами можно натягивать сильнее, что позволяет увеличить урон от выстрелов и оплетка тетивы. Повышает скорострельность. Давайте возьму. Из лука как раз скорострельность — это хорошая вещь. Насчет повышения натяжителя, ну не знаю, да, как бы нужно, но пока что я в этом не увидел никакой нужды. Опять же, ну хватило и хватило, ладно, детали мы вроде находим, все с этим нормально. Быстрый переход нам не нужен. Есть одно очко навыков, кстати, есть выживание, а есть боевые навыки. Боевых у нас только две. Твердая рука, вы можете дольше удерживать лук натянутым. Вот это хорошо. Боезапас, вы правильно распределяете нагрузку, можете носить больше боеприпасов. Хочу. Какой кадр нам тут показывают? Как бы я, ну, то есть две вот эти лишние петельки, которые на ремне появились, хотя кадр нам показывает немножечко другое. Мне нравится таскать с собой много боеприпасов, так что я, пожалуй, возьму вот этот вот. Так, и после этого мы сейчас еще раз сохранимся. И, наверное, ребятки, на этом мы закончим эту серию, пойдем дальше в следующий. Нам нужно найти рюкзак, перебить волков. Мы вообще стали таким безжалостным убийцей, безжалостной убийцей. Короче, всякое такое. Вот. Ладно. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.